Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу, и видеоролик, посвященный виталке, она же энергия сайхи, они же перышки. И я расскажу в этом видеоролике, каким образом работает энергия Эйнхасад, каким образом ее можно получить и каким образом она тратится. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, обязательно не забывайте подписаться на канал, ну и, конечно же, посоветовать этот видеоролик своим друзьям. Я начинаю. Начать стоит с одной простой вещи. Что такое энергия Эйнхасад? Что такое виталка? Что такое сайха? Это все, по сути дела, одни и те же предметы, которые в разных версиях называются по-разному этой самой игры. В Lineage 2 Mobile энергия Эйнхасад, она же виталка, она дает вам бонус опыта 700%. Бонус Аден 200%. В том случае, если количество этой самой энергии Эйнхасад падает до 200, бонусы опыта становятся 400, а бонус Аден 100. В дальнейшем в игру введут дополнительный премиум, который вы сможете приобрести либо за Адену, либо за кристаллы, либо за рубли. Здесь мы уже точно не знаем. Но, если коротко, этот самый премиум, яйцо зеленое при использовании, оно будет делать так, что никогда не будет в течение одного месяца опускать вашу виталку, то есть энергию Эйнхасад, ниже 200. Это будет означать, что вы будете постоянно находиться на показателях 400 на 100. Если же ваша энергия Эйнхасад спускается до нуля, это означает, что бонусы эти у вас больше не работают. 0% бонус опыта и 0% бонус Аден будет означать, что вы просто-напросто не сможете фармить и не сможете каким-то образом получать опыт. Точнее, опыт, который вы будете получать, будет очень в маленьком количестве вам доставаться. Поэтому я крайне рекомендую всегда поддерживать энергию Эйнхасад на максимальных возможных значениях. На старте игры вы не будете особо обращать внимание на эту самую энергию Эйнхасад по причине того, что, вероятнее всего, вы будете убивать не такое большое количество мобов, во-первых, то есть у вас kill rate убийства, количество убийства мобов будет не такое уж и большое, и, во-вторых, вы будете с этих мобов получать не такое уж и большое количество опыта. Как вкратце работает расход этой самой энергии? Чем больше вы получаете опыта с того или иного моба, тем быстрее тратится эта самая энергия Эйнхасад. К примеру, когда вы залетаете в любую локацию, то есть, к примеру, вы залетаете в какое-нибудь условное руины отчаяния, у вас почти не тратится виталка, но это не значит, что это хорошо. Всего лишь вы получаете здесь мало опыта. Чем дальше вы будете продвигаться по локациям, прокачиваться, тем быстрее она у вас будет тратиться. Поэтому, дорогие друзья, не значит, что если вы качаетесь в какой-нибудь хай-локации, это хорошо. Виталка у вас будет всаживаться в ноль. Я крайне рекомендую сосредоточить свое внимание на сборе коллекции, на выбивании шмота в локациях, в которых вы сейчас уже можете это делать. Выбить шмот и закрыть коллекцию сейчас гораздо важнее, чем втопить как можно быстрее и встать в топовой локации восточной части Долины Драконов или в северной части Долины Драконов. Это тоже важный аспект. Также некоторые игроки заметили очень важный момент. Вероятнее всего, если вы бьете мобов с очень большой разницей в левелах, эта самая энергия сайхи потребляется еще сильнее. То есть такое ощущение, это не проверенная информация, но тем не менее. Есть такое ощущение, что чем больше у вас разница с мобами в положительную сторону, то есть у моба очень высокий уровень, тем быстрее в процентном соотношении начинает тратиться эта самая энергия Эйнхасад. Но, опять же, инфа не проверенная, но тем не менее в игре есть такая галочка, на которую если нажать, то игра покажет вам рекомендуемые для конкретно ваших статов локации для прокачки. Вы можете брать эти локации и приплюсовывать к ней одну, либо фармить в той, которая указана там. То есть, условно, если у вас, к примеру, следы гигантов рекомендуемая локация, то вы можете начинать пробовать фармить лагерь налетчиков, либо же сад Гаргрон. Если у вас рекомендованные локации лагерь налетчиков, сад Гаргрон, то чисто теоретически вы можете вставать в укрепление Брека. То же самое и дальше. Если укрепление Брека, то можете уходить в долину смерти. Ну а дальше, соответственно, последняя локация, это последние 4 локи. Сначала вход в долину драконов, потом гробница дракона, северная часть и восточная. То есть по такой цепочке вы можете постепенно продвигаться. Ребята, которые копались в файлах этой игры, увидели прямую зависимость в том, что система, которая рекомендует вам, где качаться, полностью подвязана на вашу комбинацию статов: защита, меткость, атака и так далее.
То есть ваш персонаж полностью анализируется в соответствии с теми самыми статами, которые у вас сейчас есть, и показывает действительно более-менее оптимальные локации для кача, в которых вы не будете тратить банки ХП и, более того, будете более-менее качаться и выбивать какие-то предметы. То есть там у вас каких-то серьезных штрафов для фарма не будет. Передвигаемся дальше. Какими способами получить эту самую энергию Энхасад? Данный видеоролик выходит 9 декабря 2021 года, а это означает, что сейчас у нас с вами доступен ивент. Если вы будете просматривать этот видеоролик позже, то, скорее всего, тоже подобные какие-то ивенты у вас будут присутствовать. Это очень важный ивент, который не стоит игнорировать. Крайне важно залетать сейчас на Зарич. Вы будете лутать вот такие предметы, след демонического меча, и покупать за эти самые следы демонического меча при залетах на Зариче. Вот предметы из этого списка. Я крайне рекомендую покупать в обязательном порядке вам реликвию энергии, во-первых. Во-вторых, крайне рекомендую вам покупать вот эту вот коробочку. Из коробочки брать в первую очередь свиток поручения храма энергия. Выполнив этот квест, вы получите дополнительную виталку от 200 до 1100. Крайне рекомендую выкрутить там вам награды и получить хотя бы 2 по 800. Если у вас в квесте 2 по 800, то это уже в принципе неплохо. Идеально, если 2 по 800 и 1100, либо 3100. Это тоже очень и очень замечательно. Перемещаемся дальше. Следующий способ получать большое количество виталки – это донаты в клан. У нас с вами есть клан, заходим с вами в него и видим, что сейчас есть взносы. Взносы в клан. Вы можете задонатить в клан до 5 раз в день. Но, пожалуйста... Но, друзья, поймите, 5 раз это сейчас ивент. Обычно вы можете вдонить в клан до 3 раз. Так что сейчас выгодно, по сути дела, переливать кристаллы свои в эти самые, в эту самую энергию Энхасад. Очень большому количеству сейчас не хватает людей, именно перышек, и не хватает орденов славы. Поэтому рекомендую, если хотите немножко вкинуть денег в игру, то покупать либо повышенный опыт, либо щедрый. Я пару-тройку раз покупал щедрые, то есть донатил в клан 5 раз по 900 кристаллов. Это дает большое количество опыта для вашего клана, то есть, соответственно, прокачивает левел вашего клана. Дает вам большое, очень большое количество орденов славы, что тоже очень важно, особенно в будущих моментах игры. Сейчас уже необходимо копить, чтобы у вас их было хотя бы 3 миллиона. На ближайшее время, на ближайший месяц, полтора-два, я не знаю, когда введут итем, который можно будет очень важно купить. Там будет итем именно книжка красная. Вероятнее всего так, потому что на Корее и на Японии было так. Ну и 13-й левел клана, опять же, можно будет купить дополнительный красный скилл и так далее. То есть, по большому счету, ордены славы сейчас нужно копить как можно быстрее. Ну и, конечно же, та самая энергия Энхасад, о которой у нас с вами идет речь в сегодняшнем видеоролике. Так что донаты в клан делайте обязательно, не думайте, что клан от вас что-то пытается забрать, нет. Также очень многие интересовались вопросом, мы делаем эти взносы, куда девается эта Адена и кристаллы. Она никуда не девается, эти предметы просто выводятся из игры, то есть уничтожаются игрой, и вы просто получаете эти наградки. А левел клана у вас, соответственно, начинает повышаться. Идем дальше. Следующий момент, это сезонный пропуск. Я думаю, что многие из вас уже докачались там до 15 уровня сезонного пропуска. Здесь дают 20 кубков. 20 кубков здесь, если у вас премиум, то еще дополнительно 100. В сумме 120. То есть отсюда из сезонного пропуска вы вытаскиваете эти самые кубочки. То есть из этого сезонного пропуска вы получаете 120 кубков с учетом премиума, а это очень много дополнительной энергии Энхасад. Что я имею в виду? Вот эти самые кубки. Обычно, в обычное время, когда вы будете использовать эти самые реликвии энергии ивентовые, вам будет давать пополнять вашу энергию на 100. Но смотрите внимательно, у меня сейчас 630 энергии. Ну, 629, 34 629, да? Я использую и становится 800. Соответственно, сейчас ивентовый период, когда эти кубки дают вам виталки за ее использование в 2 раза больше. Поэтому можете, по сути... просто-напросто прожимать кап этой самой энергии Энхасад 50 тысяч. Сейчас, как вы видите, в шопе нельзя покупать эту виталку, но в будущем можно будет. Поэтому можете, по сути, их не выкапливать каким-то большим количеством, просто-напросто прожимать, по крайней мере, пока ивент. Таким образом, получать большое количество виталки.
Так или иначе, у нас даже были небольшие такие стримы, которые я называл, что война с виталкой проиграна. Это происходило на Японии, и там было поддерживать эту виталку настолько сложно, что удавалось, наверное, единицам. По крайней мере, без доната в определенные периоды времени сделать это было невозможно. А причину объясню. Ставили в разоренном замке X2 опыт, и все высаживались по виталке просто в ноль. Идем дальше. Следующие способы получения виталки. У нас с вами есть самые обычные квесты. Эти самые обычные квесты — это квесты с Герана. Далее. В игре также присутствуют самые обычные поручения. Поручения у нас с вами падают при убийстве монстров. Вы можете брать и использовать эти свиточки. Соответственно, пройдя этот свиток, вы просто-напросто получаете еще дополнительное количество энергии Энхасад. Ну и последний, самый главный способ — это 10 квестов со статуей в день. То есть вы подходите к статуе, которая раздает вам квесты в таких городах, как Геран, Дион, ну и, конечно же, Глудио. То есть выполняете просто-напросто квесты со статуи, 10 штук в день. Это очень важный момент. Также не забывайте, что если вы уже выполнили 10 квестов в день, то чисто теоретически вы можете со спокойной душой апнуть левел, и после того, как вы апнули левел, вам можно будет сделать еще 10. Небольшой лайфхак на будущее. Ну вот, собственно, и все. Хорошей вам прокачки, хорошего фарма и до новых встреч. С вами был я, Мастер Чу. Всем пока.